18 марта президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе поселка Сугавушан Тертерского района. Марта 2022 года в рамках поездки главы государства первой леди в Сугавушан они побывали в здании поселковой полной средней школы на 144 ученических места, которое находилось в непригодном состоянии, поинтересовались ситуацией общеобразовательным учреждением. Президент Ильхам Алиев дал поручение о начале капитального ремонта в здании школы и проведении работ на высоком уровне.